Загорелась на небе звезда перед службой вечернею. Зазвонили колокола, разорвав тишину. И пролилась молитва той радостью неизреченною, что бывает порой, когда свет проникает во тьму. Припорошил верхушки деревьев снежок поздней осенью, и блестит серебром тихий лес поутру будто с проседью. Благодатью природа и воздухом свежим наполнится в этот праздничный день Покрова Пресвятой Богородицы. Пропоют нараспев и акафист отцы пред иконою, трижды икос прочтет с умилением архиерей, и, закончив его молитвой святой преклоненною, он на лоб нам помажет крестом благотворный елей. А на следующий день крестный ход после причастия, никакого богатства в сравнении нет с этим счастьем. Так какое же еще нужно чудо нам, Мати Небесная, коли так все своим амофором покрыла чудесно ты? Так какое же еще нужно чудо нам, Мати Небесная, коли так все своим амофором покрыла чудесно ты?